Дали мне дверь, сейчас пойдемте откроем. По регламенту сказали, что делать. Сделаем то, что просили. Кусочки. Дерево валяется везде. Ох, как холодно, а, здесь. Я это все вытащу, пока временно. Повредить ногу. Короче, нужно сейчас назад лендинг гир спустить, попросили, и чаксы поставить. Пойдет, нормально. Вот эту фигню, пускай долго. Руки начинают болеть. Да. Тоже долго. Все, нужно отцеплять. Это все нужно вот так вот отцеплять. Ну, не все. Ну, красную. Красный воздушный шланг нужно отцеплять за того, что, чтобы водитель не уехал. Вот. Бывает случай. Он может уехать, поэтому, чтобы не уехал, нужно так вот отцепиться. Все, ждем теперь загрузки, вот, и потом поедем в Айову дальше. Так что нам не миновать эти ожидания на риферах. Всегда очень долгие ожидания. Салют. Я уже доехал до разгрузки. У меня 8 утра разгрузка. Вот. Уже сон клонит. По отзывам вроде было написано, что можно оставаться здесь. У них есть парковка. Если нет там спереди парковки, то есть еще сзади чего-то там, какого-то здания,
плохие, о том, что разгружают так же долго, как до этого. Ну, в общем, как я понял, практически везде на риферах разгрузка очень долгая. Все ленивые. Смотрите, какой крутой снежок пошел. Все, я разгружен. Все четко. Время 11:30. Даже без 25. 12. Ну. Мне нельзя больше 5 минут час ехать. Через полчаса начнется новый шифт, поэтому не хочу я этого делать такие вещи.
хотел на другую сторону встать, но получилось чуть-чуть по-другому. Приехал на загрузку, трейлер был грязный, сказали помыть, но я сейчас нахожусь на мойке, нашел еле как, здесь на гугле не показано, но чувак там моет, $40 внутри трейлера, чтобы промыть. Погода прям не ахти здесь, поэтому холодно. И так вот я одет, ниндзя. Вот. Ветер очень сильный, из-за этого надо одеваться теплее, потому что даже хитер у меня работал, печка работала, и даже с печкой я умудрился заболеть, ну, приболеть немного, простыл походу, вот, поэтому, а в дороге нельзя болеть, это очень плохо, потом состояние плохое, ездить не хочется, нужно останавливаться, спать, лечиться, там, витамин С, лимон и так далее, короче, чаи. Я сейчас приеду на загрузку, заварю себе чаек и буду чаи гонять. Без этого никак. Всем привет. Доброе утро. Настолько холодно на улице. Офигеть. Прям просто жесть. Просто жесть. Вот, и сейчас будем выдвигаться. Я надеюсь, у меня ничего там не примерзло, не замерзло. Ни дизель, ничего. Все примерзло. Придурки, которые могут навредить вам, там, 2005 колесо и так далее. Поэтому сюда надо тщательно проверять, чтобы все было окей. Рестерия, чуть дальше от Десмониса, Омаха скоро будет, там заеду я в Walmart, хлеба хочу. И поедем дальше, мы будем работать. Всем доброе утро. Так, осталось еще 11 часов ехать. До загрузки, то чего-то там не помню.
остановился в таком вот райончике. Железная дорога, ничего особо нету. Здесь мой трак. Давайте откроем. Откроем, что здесь происходит. Самое тяжелое открывать здесь. Это вот херню. Она очень тяжелая еще. Еще надо ее толкать. Теперь берем отсюда. Делаем так. Видите, мотор Cummins. На минимуме стоит. Все четко. Дико. Отеков нет никаких. Теперь, если кто-то будет ездить на ней, чтобы ее закрыть, не забывайте, есть такая штука. Проверяете, все закрылось. И пошел. Бай! Так, все закрыли. Попьем кофе. Кофе. Берем, поднимаем. Все, проверяем. Все good. Вот вам ветрачок. Я встал так вот вчера специально. Здесь везде ямы. И можно застрять. Я. Он оверсайз лоуд. Стоит. Ай! Что-то у меня так горло болит. Надо. Сейчас горячий кофе попить. Очень срочно. Товарищи, поехали. Будем ехать потихонечку, по копеечку. Все, едем. Едем до Калифорнии. Осталось 9 часов, я надеюсь. У меня шифта хватит. Я еду прям до туда. Там вроде можно спать лечь, надеюсь. Не будет бить так сильно на разгрузке там, когда утром проснусь.
Есть одна проблема. Там нет парковок. Проблема с парковкой. Я сейчас полазил. Вот. Также не мог найти. То есть там люди пишут в отзывах, что там-то, там-то можно найти, запарковаться. Но там бомжи в основном, очень много их типа. Просто там, где бомжи, немного опасно, так как они могут выключить трейлер, рифер, могут пломбу сломать. Есть разные, свои разные минусы, короче. Вот я думаю, сейчас вот через 4 часа остановлюсь на какой-то там парковке на дороге, прям на I-15. Вот. И полазю, посмотрю, что там еще есть. Где я могу встать, запарковаться, просто заниматься своими потом делами. Дороги здесь. Все летают. А я мандаринку буду есть вот сейчас. Себе зафигачил. Поток такой нормальный здесь немного. Сейчас немного пробочки из-за того, что видите, он ремонт дороги. Заправился до полного. Все, теперь мне хватит. Почему я здесь заправился до полного? Мне вот сейчас 310 миль ехать. Ну, в Калифорнии 5.30, по-моему, стоит топливо. Вот. И доеду туда, разгружусь. Потом надо будет еще поездить, потом, чтобы выехать оттуда тоже. А вон check station, all commercial vehicles. Сейчас будет border control. Будут смотреть, есть у меня кто-то в кабине или нет. Перед заездом в Калифорнию. Вот. Самое вот плохое именно в LA. Парковок нет. Нет заправок рядом. Есть там какие-то пару заправок. Они платные. Зачем 25, там, 30 долларов платить до утра, если можно встать у дороги. Есть у дорог там, где загружается, разгружается. Вот, лучше где-нибудь какой-нибудь дорожке на какой-то улице остановимся. Ну, посмотрим сейчас, как будет, не знаю. В Калифорнии еду 59. И раз вот смотрите какой. 14,2 mpg. 14,2 mpg это mile per gallon. То есть на 1 галлон я буду ехать 14 миль. Хороший эконом. Здесь и так speed limit 55 до траков. Хороший эконом, поэтому. Ну, будем ехать не спеша, я знаю, что мы теряем время. Так и так. Я посмотрел, нет мест там вообще. И сделал решение, что через вот 65 миль остановлюсь на Тиеге. Там много места. Там Тиега, Лавс, Пайлот, это последние заправки. Там еще есть Пайлот чуть дальше, там ближе к LA. Но я там не хочу останавливаться. Во-первых, до того, как я доеду, там мест не будет. Вот, из-за этого. Лучше остановлюсь здесь. Как раз в 6 утра отсюда уеду. И где-то в 8.30 буду там, на месте. И все, и спокойно смогу разгружаться. Не знаю, сколько это времени займет.
надеюсь, к этому времени диспетчер мой тоже найдет груз. Я еще раз почитаю отзывы. Итак, мельком почитал, не особо. Вот поэтому будем надеяться, что все быстро будет. Он меня обгонял, но почему-то я смотрю, он что-то опять едет сзади меня. Я не знаю, о чем. Может, он останавливался где-то. А, это не тот, это другой. Просто почти на таком же ехал чувак. Может, и он. Не знаю, короче. Уже кушать хочется. Желудок просит еды, говорит братан. Мы понимаем все, но ты сегодня еще ничего не ел. Вот, и время почти 6 вечера, 5:38 я буду там, на Тиеке. Тиека большая, я помню, там очень много мест всегда. Я там стирался тоже. Давным-давно, правда, это года 4 назад было. Ладно, едем до Тиеки. Там уже будем отдыхать. Включим off-duty. До утра будем. Кушать, смотреть сериалы, либо... Хотя я буду монтировать видосы. Так что погнали. Чё, ребят, вот я и приехал на Тиеку почти, вон, Лос-Анджелес. 112 миль. 178 экзит нам нужен, вот сюда. Тут он, Тиека, Лавс, Пайлот. Я надеюсь... Я надеюсь, будут места. Здесь вон даже отель, мотель или отель, не знаю, как назвать. Мотель. Траковые паркинги. Здесь у них сразу же, видите, для траков все сделано, продумано, чтобы если вы захотите делать рестарт, легко и просто можете как бы взять место и лечь спать. Вот тут тот Пайлот. Вроде место здесь он есть. Но опять же, это резервит, по-моему, в Тиеке. Почти все забито. Я надеюсь, сейчас где-то, хоть пускай будет, давай, вдали хотя бы. Хотя бы, пускай будет далеко, но мне нужно найти место. Мне нужно найти место. Здесь просто всегда бывают места, поэтому я не сомневался просто. И сейчас посмотрим. Чувак с Лавса прошел. Видите, он огромный. И здесь всегда были места, но, как я вижу, места нет. Да, тяжело в такое время, очень-очень трудно найти, где припарковаться. Вон одно место, но он не заедет туда справа. Это еще плюс Swift. Как бы можно об этом забыть. Вот тут еще одно место есть. Но что-то мы поехали как-то не так, как нужно. Я хочу проехать.
да. Я надеюсь, там есть место. Если нет, то будет беда. Тейка большая, просто здесь реально можно найти, где встать в легкую. Правда, вы далеко будете от этого. Видите, вон там парковка у них. Вот здесь, наверное, есть место, где я могу встать. Не, нету, видите. Ну, ничего страшного. Там reserved only написано, видите, reserved parking. Здесь слева все reserved. Че он назад сдает? Че он хочет сделать? Просто мне незачем платить. Инвалидные, вон места есть для инвалидов. Я не знаю, куда встать вообще. Не, не, чувак здесь встал куда-то. А не, ну это там парковочное место. Такое время, блин, реально тяжело найти. Step back. Нашел он себе место, красавчик. Красавчики. Лучше на обочине спать, чем платить сейчас. Если было бы, знаете, дольше. Едет он. Я просто не помещусь сюда. Не помещусь я к вам. Это знаете, если хочешь, то, то подайте, я буду видеть вас солнцем в свете. Здесь тоже места есть. Попробовать уставшим.
реально там невозможно. Да, короче. В принципе, возможно. Здесь просто много места и не хотел мучиться. И из-за этого стал чуть в левую сторону. С другой стороны, здесь больше места по правую руку. Вот, все четко встало. Видите, по линии. Тут чувак с этой стороны у меня, он встал как бы через жопу, короче. И его трейлер почти на моей стороне. И он криво стоит. Я надеюсь, он не врежется в меня утром. Хотя я, может, утром раньше, чем он уеду. Поэтому будем сейчас кушать, перекусим и будем отдыхать. Как-то так.